Автор бестселлера «Ликвидация террориста номер один» Осамы Бен Ладена распрощался со статусом миллионера. Бывшему морскому котику Мэтту Бессонетту придется отдать весь свой гонорар правительству Штатов. Зато в тюрьму не пойдет за разглашение гостайны. Экс-спецназовец написал нашумевшую книгу «Нелегкий день» про операцию в Пакистане спустя год после гибели главы Аль-Каиды. Он воспользовался псевдонимом Марк Оуэн, но в итоге раскрыл и свое настоящее имя. Вот тут-то ему и предъявили обвинение в сливе секретов и напомнили, что он нарушил условия договора о неразглашении, который подписал по службе. Бессонетт согласился выплатить более $6,5 миллионов в обмен на свободу. Он даже извинился перед Пентагоном за то, что использовал информацию без разрешения.